Так, добрый день еще раз всем. Ну, раз уж попросили показать, почему 155-я клинит. Значит, проблема появилась не только у меня. Два друзья мы брали новых. У меня клинит. И еще одну мы брали с длинным стволом. То же самое, проблема, та же самая. И уверяю, и будет она. И не только у меня. Может быть, еще кому-то попадется такое ружье. Затвор. Ну, перво-наперво. Вот эти вот вкладыши. Смотрите, ставьте правильно. Можно поставить вот этим ребром вот сюда, собрать ружье. И когда вы выстрелите, будет сюрприз. Поэтому за вот этими шайбочками, смотрите, что происходит у меня. Отбить бы руки разработчикам бы вот этого ружья. Была у меня пьета. Там все подогнано. Может быть, оно из-за этого и не очень хорошо работало. Может быть, проблема в подгонке. Ну, там такая подгонка была деталей, что вот этому ружью до нее далеко. Что у меня происходит? У меня вот так остается затвор. И ему больше ничего не сделаешь. То бишь, что происходит? После выстрела вот. Что происходит? А, вот он защелкнулся. Да. Угу. Что происходит? То есть он вот сюда он уже не становится. Он вот так отлетает полностью назад и стопорится. Так, что там? Фотик, блин, какой-то снимает вообще. О, неужели сфокусировался? Вот. Что у меня происходит? И не только у меня, я же говорю, уже и у деда такая ерунда была. Видите, как сделана пружина? Вон видно, как его тут выдуло. Вот. Здесь она вон. То есть у меня, когда затвор отходит вот так полностью, заскакивает виток на виток. И вот этот поршень стопорится так, что я поначалу думал затвор немножко отдернуть. Вот. Он, видите, как стал. Я думал, он вот так не стал, а вот когда он вот так был. Это первый мой клин был. И потом, когда я разобрал и посмотрел все внимательно, вот здесь наезжает виток на виток. И будет он наезжать. Смотрите, как болтается пружина. Гляньте. Вообще. Ни о чем. На пиете такая пружинка была. Очень плотненько сидела. Нигде никаких там вот таких вот. Гляньте. Я не знаю, там же заряка. До миллиметра 4. Точно. Гляньте. Вон. И при выстреле она наезжает виток на виток. Вот и все. И стопорится вот здесь вот поршень. Пробовал я ее переворачивать уже. Я что только с ней не делал. Как проверить? Давайте мы сначала посмотрим. Отпущу я вот так. Вот тут у нас есть штангель, который мы сейчас замеряем. Эту пружину. Вот, 31,5, да? Купил я уже новую пружину, когда разобрался с этой проблемой. И она вроде как поуже. Ну, как вот, только вот здесь ее взять, промерить. Видите? Она меньше. И вот этот как раз миллиметр, полтора миллиметра, блин, не ту нажал. Как раз они и... То есть я сейчас могу вот эту пружину поставить и забыть о проблеме. Раз и навсегда. Что попало делать, гляньте. Вообще пружина болтается. Как так можно делать? Какие-то допуски есть, не знаю. Ладно. Для тех, у кого нету вот этой пружины. То есть, понятно, проблема. Вот он, затвор вообще улетает вот он назад. Вот вы видите, ее выдувает. Если вот здесь ствол ее вот так туда прижмет, вот тут она вон уже наехала.
И на... Вон, гляньте. Да с ней вообще что творится. Наезжает вот здесь виток на виток. И все. И беда. Ух ты, блин. Он же уже не стопорится. Я ж уже забыл. Так. И еще посмотреть. Вот эта пружина, она уже меньше. Я ее в магазине выбирал как самую-самую маленькую. Сейчас я собираю ружье и покажу, как проблему эту проверить. Возникнет она или нет? Вот я сегодня утром подозревал, что она возникнет, когда заряжал ружье. Сейчас я его соберу. Так, не буду я пока ставить пружину, посмотрю еще, но если на охоте такое возникнет, очень будет обидно. Поэтому пружину я купил, выбирал ее сам в магазине, она, кстати, последняя была. И прямо вот то, что надо, она меньше диаметром, чем та. И я, вот ее одеваешь, она уже вот так вот не ездит. Так, как проверить на охоте? Вот я при заряжании, я уже знаю, будет проблема или нет. Вот когда вы отводите затвор назад, вот так, и оставляете его так, придерживаете, и он вот здесь стопорится. Вот видите, он сейчас у меня идет вперед. Вот так прям, о, видите? Вот он, я его не держу. То есть будет, но это еще ничего, а то бывает вообще стопорится. Вот. Ну вот сейчас вроде как проблемы нет, а вот когда отводишь и прямо с усилием его аж туда, уже попадает виток на виток, а при выстреле, когда это происходит все резко, он стопорится. Поэтому запасная пружина есть, не знаю, может сразу поставить, вроде как, и забыть про проблему, да, либо посмотреть еще, потому что, ну, она не частая, ну, если она случится... На охоте, ну, вот сейчас идет. А вот когда отводишь и вот так вот придерживаешь, а потом отпускаешь, вот он, пожалуйста, стал, видите?